Всем привет! И в этом видео я вам хочу показать обзор на мой личный дневник. Да, я переснимаю это видео второй раз. И в принципе, давайте же приступим. Нам включили свет. Это очень радостная новость. На самом деле у нас их свет отключали. И да. Итак, давайте же приступим. Тут кексик, дальше девочка, можно, знаете, она тут с таким волосиком. Ничего, потому что принтер, то, ну, у нас краски туда заливать, просто еще, ну, есть черненькие, а есть цветные, вот, это цветные. Вот, дальше тут вот такой вот смайлики, вот, и да, тут такие смайлики, которые у меня было настроение в школе. Вот, да, нам за, знаете, почему тут такие вот распечаточки? Потому что нам задали 5 уроков, у нас было 5 уроков, и нам задали 5. Вот, тут девочка, которая уже не может просто делать домашние задания, уже не может. А тут она учит, как бы, и время быстренько идет. Быстро-быстро просто. Дальше тут страничка, страница позитива, да. Дальше радость. Ну как, страница позитива, просто я туда распечатки наклеила, такие смайлики там. И возьми вкусняху. Тут всего лишь один попкорн. И вкусняху, тут написано вкусняху. И вот три. Две точки три. Не знаю, что это значит. Вот, дальше. Это просто что-то написано. Читать не собираюсь. Не собираюсь. Точнее, не буду. Да. Ну, можете прочитать вот так. Так вот. Да. Извиняюсь. Вот так просто. Вот. Тут, значит, вот такая вот. Там у нас арифметический. Это у нас был арифметический диктант. Ну, просто нам на умножение и на деление задавать. Это просто. Вот тут вот, красненькая ручка, это просто. Но так, у меня пятерка. Вот. Вот так вот. Дальше тут девочка. Ну, как бы с косичкой первый день в школе. Ну, первый раз за 3 недели я с косичкой была. Это было у нас вчера. Да. Вот. Всегда тут, ай, тут такая туфелька, дальше, то настроение, которое у меня было, вот такое, это тоже в школе, вот, то есть всякие приклеены у меня распечатки, то есть, дальше тут. Написано 24 пятерки, ну это у меня 24 пятерки. Стоп, фокус, фокусируйся. Один, стоп, подождите-ка. Вот так вот получше видно, я надеюсь. Да, потому что вот так вот видно очень плохо. Да. Вот, 25 пятерок, это у меня за 3 недели. Сердечки, в общем-то, 25. Дальше. Ну, типа королева. Вот, ну, она выражает, что она королева, и это ее две подруги. Вот. Дальше тут написано 4 четверки. 4 0. Да, так она плохо учится. Это даже не, ну, не подружки, а ну, типа служанок. Такие вот. Они старше нее, и они не слушают. Вот, а это настоящая королева. Вы, собственно, вы самые красивые. Говорит спасибо, и ты лучше всех. А тут написано, это правда. Вот. Это такая птичка. Это смотрится, как будто бы это порвано или это отклеено. Это птичка. Вот. А дальше это такая девочка, я фломастером взяла, потому что у нее глаза серые были. Не пропечаталась. Это первая моя распечатка была.
Да, и камере это плохо фокусируется, ну, как, видите, вот эти полоски, но на самом деле они такие большие прям. Глазки такие обвёл чёрным, чтобы получше смотрел. И тут, ну, типа, так смотрит, ого, как, ну, типа, они тут заперты, ну, вот сверху, типа, заперты они тут. Как их вытащить? Она думает, так удивляется. Ой, извиняюсь. Вот. Кстати, если вы заметили этот смайлик, то он находится. Где же он находится? Вот. Тут. На самом деле они не вот такие с оранжевым, они просто желтые. Ну, на камере это кажется так. И да! Скоро начнется зеленый разворотик. И потом оранжевый красный. В общем-то, это было все видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И бай-бай!